Вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня у нас на обзоре Bluetooth-колонка Мифа. Я ее купила на Алиэкспресс. Ссылочка будет в описании. Давайте же откроем ее и посмотрим ее комплектацию. Так, здесь у нас инструкция. USB кабель, который заряжает саму колонку. И сама колонка. На ощупь клевая колонка. А сзади резиновая вставочка, которая позволяет хорошо держаться на столе. Это супер! На колонке находится карабин. Сверху сетка, которая не пропускает влагу. Мощный заряд аккумулятора. И объемный звук. На боковой грани колонки есть кнопка включения и выключения. И регулировка громкости плюс и минус. А под заглушкой находится USB Connect. Давайте мы ее включим и проверим. При включении колонка издает такой звук. Пим-пим. Колонка подключилась к телефону. Выберем музыку и послушаем. Как дела? Нормально, нормально, нереально. У нас все нормально, реально, нереально. Как дела? Нормально, нормально, нереально. У нас все нормально, реально, нереально. Нереально, объемный звук. Ребята, стол трясется! Но когда колонка вибрирует, она ходит. А сейчас я вам хочу показать, как она работает под водой. А кому понравилась моя колонка и мой обзор, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Очень рваные джинсы. Твои глаза, твои дреды. Люди вокруг нас. А сейчас немного пиара. Всем привет на канале Ули за Старт. Меня зовут Ульяна, я живу в Америке и мне 10 лет. Заходи на мой канал, смотри мое видео, подписывайся на мой канал и ставь пальчики вверх.